Сейчас я вам включу. Короче, три ножа на одном. Короче, он прокручивается в этом месте, где он сходит. Да, он протягивает доску. Он сминает вначале, да. Правильно? Он же не острием заходит. Острием заходит. Нет, ну вот смотри, вот так. Ну, он же вначале так гнет, а потом начинается вот это. И здесь у тебя сколько нижний... там минимально получается в конце, когда он разрывает? Там два. А выплевывает, получается, за счет вот этой датчики. Да, за то, что он вращается, он выбрасывает это все. Они все всегда попадают вместе, да? Да, они сделаны так, чтобы они именно нож на нож совпадал. Если будет вот так совпадение, он рубить не будет, он будет жевать.